Треугольные числа – это числа вида 1, 1 плюс 2, 1 плюс 2 плюс 3 и так далее. В общем, 1 плюс 2 плюс 3 и так далее, вплоть до какого-то натурального числа n. Может ли треугольное число быть квадратом какого-то натурального числа? Ну, смотрите. Сумма чисел от 1 до n считается очень просто. Достаточно переписать в обратном порядке, сложить, каждый раз будет n плюс 1, n столбиков, и мы написали сумму два раза. N будет n плюс 1 пополам. Умножаем на 2. Ну, плохо получилось, потому что здесь не квадрат, а n квадрат плюс n. Умножаем еще на 4. Лучше получилось 4n квадрат плюс 4n равно 8m квадрат. Прибавляем единицу. Слева получилось 2n плюс 1 в квадрате, справа 8m квадрат плюс 1. Ну что это такое? 2n плюс 1 квадрат минус 2 умножить на 2n квадрат равно 1. Это же уравнение Беля для двойки. Причем обратите внимание, если у нас есть натуральные числа x и y, для которых выполнено вот такое равенство, то обязательно число x нечетное. Потому что иначе в левой части было бы четное число. И обязательно y четное, потому что по модулю 8, смотрите, квадрат нечетного числа дает обязательно остаток 1 по модулю 8. Если бы у нас y было бы числом нечетным, то вот это число было бы 2 по модулю 8. Так не бывает. 1 минус 2 это не 1 по модулю 8. Значит, решение вот этого уравнения в натуральных числах взаимно однозначно, просто по формуле x равно 2n плюс 1 и по формуле y равняется 2n, взаимно однозначно соответствуют этому. То есть решений уравнения Беля бесконечно много, соответственно и треугольных чисел, являющихся квадратами, тоже бесконечно много. Например, 3, 2 соответствует тому, что x равно единице и y равно единице. Ну понятно, единица это и треугольное число, и квадрат. Пара 17-12 соответствует решению x равно 8, y равно 6. Ну, давайте проверим. Сумма чисел от 1 до 8 это 36. Следующая пара. 99 и 70. Ну, то есть x это 49, y 35. Давайте проверим. 49 умножить на 50 пополам. Это действительно 49 умножить на 25. То есть 35 в квадрате. Потому что 49 это 7 в квадрате, 25 это 5 в квадрате. В общем, господа, действительно бесконечно много чисел являются одновременно и треугольными, и квадратами. И это в точности описывается вот таким уравнением Беля. 1 плюс 2 это 3. Сумма первых 14 натуральных чисел это 14 умножить на 15 пополам, то есть 105, равна сумме чисел от 15 до 20. На самом деле, 15 плюс 20 это 35, умножить на половину количества на 3, это тоже 105. Понятно, что если мы возьмем сумму всех чисел от 1 до 20, то она будет в результате в два раза больше, чем сумма чисел от 1 до 14. То есть, если у вас есть несколько подряд идущих натуральных чисел и еще несколько подряд идущих, и сумма вот этих равна сумме этих, то понятно, что сумма всех в два раза больше, чем сумма этих. Так вот, много ли треугольных чисел, которые в два раза больше какого-то другого треугольного числа? Это означает, что нас интересует уравнение. N умножить на n плюс 1 пополам, это сумма чисел от 1 до n, в два раза больше, чем k умножить на k плюс 1 пополам. Это сумма чисел от 1 до k. Давайте умножим обе части на 8. Тогда получим здесь 4, здесь
дважды 4. Дальше прибавим к обеим частям двойку. Получится 4n квадрат плюс 4n плюс 1 плюс 1. Это 2 умножить на 4k квадрат плюс 4k плюс 1. Дальше. Вот это вот выражение 4n квадрат плюс 4n плюс 1. Это 2n плюс 1 в квадрате. И мы получили замечательное уравнение. 2n плюс 1 в квадрате плюс 1 это 2 умножить на 2k плюс 1 в квадрате. Если обозначим 2n плюс 1 в x, а 2k плюс 1 в y, то это то же самое, что x квадрат минус 2y квадрат равняется минус 1. Но обратите внимание, если у нас есть любое решение вот такого уравнения в реальных числах, ну, единственное, надо, чтобы это не были обе единицы, потому что иначе получится, что n, k, нули. Лучше это потребовать, чтобы x, y были больше единиц. Так вот, если есть любое решение в реальных числах, то тогда обязательно x, y нечетное. Потому что если бы x было четным, то у нас здесь было бы четное число, здесь нечетное. А если у нас все-таки x нечетное, а y вдруг было бы четным, то получилось бы безобразие, по-моему, 4. Потому что квадрат нечетного числа это единица, по-моему, 4, а здесь минус 1. Значит, задача о том, когда треугольное число в два раза больше другого треугольного числа, в точности соответствует вот такому уравнению. Х квадрат минус 2у квадрат равняется минус единице, где х и у нечетные числа больше 1.